Щелковском районном культурном комплексе замечательный праздник. Здесь концерт, посвященный Дню космонавтики. Праздничное мероприятие открыл заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, уважаемые коллеги, мне особенно приятно, что у нас в гостях дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, космонавт первого гагаринского набора Борис Валентинович Волынов. Школьники тепло приветствовали космонавта. Борис Валентинович рассказал, как он 12 апреля 1961 года связывался с пролетавшим над землей Юрием Гагариным. Именно тогда он услышал его фразу «Вхожу в тень земли». В дальнейшем эту самую тень земли космонавт Волынов увидел сам. Он дважды поднимался в космос, управлял стыковкой своего космического корабля с орбитальной станцией. Много лет Борис Волынов возглавлял отряд, который занимался подготовкой космонавтов. В 1960 году был образован группа людей, вначале образована была, которая превратилась в отряд космонавтов потом. 20 человек. На сегодняшний день в живых из этого отряда осталось 3 человека. Это космонавт 5 Валерий Быковский, космонавт 11 Алексей Леонов. И космонавт 14, Борис Волынов, это я. На концерте было много песен и зажигательных танцев. Зрителей поразила своим искусством гимнастка на цирковых полотнах Диана Шималина. Праздник получился красивым и зрелищным. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».